Вот такая штучка пришла. Кружечка для кофе. Как? О, достаточно. Блин, классно. Такие вообще вещи упаковывают. Молодцы, ребята, что они вот так вот сделали. Прям вообще здорово. Ну, друзья. Опа. Как вам такая вещь? Хорошая. Чистая, нет, не заляпанная, ничего. Здесь, блин, пластик. Как бы ты его ни делал, все равно это пластик. Хоп. Так, запах есть? Ну, такой запах не пластмассовый, наверное, кто-то прорезиненный, этот запах такой идет. Ну, как всегда, влагоуловитель. Все четенько. Так, вам видно? Вот такая вот вещичка. Не будем делать больше чая, делаю в нем, чем кофе. Ситечка вот эта классная. Вот я уже брал такую вещь. Для жены там розовая у нее. Поскольку мы больше 2 месяцев пользуемся, и прям вообще понравилось, и себе заказал. Все, осталось это мне сейчас помыть. Налить до горячей воды, подержать, и можно будет использовать. Ну, вот сейчас пойду это все попробуем. Вообще проблем не должно быть, если вдруг будет, я вам напишу. То, что, ребята, смотрите, я оставлю ссылочку на этот товар. Очень качественный и очень нужная вещь, чтобы взять с собой в поход. И даже у меня ребенку я делаю в нем еду, да каши какие-нибудь накидаешь, они в течение 6 часов еще горячие, достаточно вообще классная вещь. Советую и для себя, и для детей, и для, ну просто покупайте для всей семьи, каждому по одной штучке. И мне, значит, удобно днем делать чай, но если насыпаешь туда, и, кстати, да, прорезиненное, чтобы не каталось. Я скажу, что чай, не пакеты, а нормальный китайский чай. Ребята привозят. И все, он там 10 минут заварился, нальешь, и ситечко держит все эти чаинки, вам не выливаются. Очень удобно. Я приливаю себе кружку. Кто-то может так пить. Мне в кружке удобнее, не знаю почему. Такая вот крутая. Ой, кофе кружка. Кстати, да, я у жены уронил на землю, и ничего, нормально, так ничего не потрескалось, ничего не случилось, только немножко испачкалось, и все. Теперь тестировать.